Ямал принимает участие в вокальном конкурсе «Новая звезда». Первый тур конкурса состоится 31 декабря. Трансляция будет проходить на одном из федеральных каналов. «Новая звезда» — это всероссийский музыкальный конкурс. В нем участвуют исполнители из всех 85 регионов нашей страны. Представители от нашего округа уже становились победителями. Так, в 2015 году «Новой звездой» стала Елена Лаптендер. This is because this is why.